Инструкция для губернаторов, желающих повторить успех Тюменской, Калужской и Белгородской областей. Исследование опыта трех передовых российских регионов презентовали в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Нашу область на пресс-конференции представляла генеральный директор телерадиокомпании «Мир Белогорья» Елена Бондаренко. 27 июня в Старом Осколе состоится награждение самых многодетных мам и пап России. Миллионные премии получат 4 семьи. Супруги Семернины и их 16 детей – победители всероссийского конкурса от Белгородской области. Сегодня отмечается международный праздник музыкантов-народников. Знакомимся с балалаечником-виртуозом из Валуйского района и его репертуаром.